А ноги пятые. Молодцы. Два. И смотрите, еще и руки растягивают. Раз. Вот видите, осталось, да? Два. Смотрите. Раз. Два. Плоскость. Пяточку можно отрывать легко. Здесь вот на одной ноге, но всегда вы центрируете через линию позвоночника. Хорошо? Теперь прием. Следуй. Вот она меня схватила, смотрите. Вы все его знаете. Просто соединяю все темы, смотрите. Ничего. Да? Если я буду делать движение рукой, чувствуешь, даже вот Макс, он хоть и хлипкий, но он меня контролирует, видите? А вот теперь смотрите, я делаю движение маятника. Вот у меня движение пошло. Раз, два, три. Окей? Смотрите, когда я толкаю ногу сюда, чувствуешь, как вытягиваю? То есть я за счет не руки, а за счет ноги. Раз. Пока он провалился, он не может управлять рукой. Я делаю вращательный момент. Видите, вот он маятник. И я начинаю массой его. Опа! Под рычаг брать. Как рычаг выстраивается? Г-образной формы. Помните вот эту штуку? Если так будет, ничего не выйдет. Г-образная форма. То есть здесь, здесь и здесь. Идем. Держи. Ощущение, почувствуйте, насколько это мощное движение. Крепко держи, смотрите. Я не рукой толкаю, а ногой. Раз. И пока он упал, я вот сюда его забираю. Теперь чуть вот здесь создал рычаг. И смотрите, я не рукой давлю, а я просто приседаю. Раз. Страшно? Понятно, нет? Еще показать, Саша? Идем дальше.